Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директора Адлера. Я нахожусь в самом конце Адлерской набережной у пляжа Огонек. Вот тут Огонек слева, справа Апельсин, там дальше ЖД вокзал, центральные хостинские районы Сочи, река Хирота. Я только что закончил стрим и сейчас собираюсь поехать до Спортмастера, до Нового века. Проеду через пляжи Огонек, Южное Взморье, Чайка, Мандарин. Поэтому желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Друзья, усаживайтесь поудобнее. Поставьте мне лайк, потому что мы начинаем. Я уже сегодня купался на пляже Рэдиссон. Можете посмотреть это в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, там очень интересно. Так, я начинаю с новой детской бесплатной площадки. Это прекрасное начало, потому что здесь не только хотят заработать, но и делают какое-то социальное пространство для людей. Вот эта дорога к улице Ленина, к торговому центру Апельсин. Это городской пляж Огонек 3, где мы сейчас находимся, на улице Просвещения 116. У нас вообще было пасмурно, но вот сейчас выглянуло немножко солнышко. Пойдемте посмотрим, во что превратили пляж Огонек. Очень развитый пляж стал. Развита тут инфраструктура. Пойдемте сами посмотрите. Если вы были тут раньше, то вы скажете, ничего подобного никогда не было на пляже Огонек. Тут туалеты делают. Проезжаем базу рыбаков. Скоро. Пока что они еще ходят, ловят, но скоро все уже закончится. У них здесь будет кафе «У рыбака» называется. Так, вот тут медпункт, видите, тут флаг висит, тут какое-то кафе будет. И очень много чего сделали. Вот тут навесы, лежаки, зонты, вон понтоны на воде, катамараны. В общем, все готово завтра. Сезон, да, начинается? Сегодня, по-моему, 31-е. Косички, в общем, все-все-все. Спасательные посты, еще и с кондиционером, представьте. Вот это, если спасателя тут с кондиционером посадят, это вообще будет божественно, ну, для спасателей. И я вообще уважаю, ну, если тут действительно спасать, к спасателям так отнесутся достойно. Потому что обычно спасателей вообще не уважают, они на жаре сидят, умирают от жары, так сказать. Так, вот мы двигаемся, друзья. Если вам нравятся мои ролики, поддержите меня, поставьте лайк, напишите комментарий или отправьте донат. Мне нужна ваша поддержка, друзья. Также напишите, как у вас настроение, откуда меня смотрите, когда приедете и знакомы ли вам эти места. Мне будет интересно почитать. Так, я в процессе нашего путешествия буду делать фотографии, скину их в свой телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, если вам интересно. Вот мы проезжаем отель Делос. Так, завтра на этом пляже будет выступать Бьянка, и я планирую приехать провести стрим, поэтому подписывайтесь, если есть желание посмотреть на Бьянку. Вот еще одна детская площадка бесплатная и спортивные турники. Вообще, представьте, как круто. Ну и смотрите, бунгало, душ, вообще все, что нужно. День тут, тенты натянули, тут аквапарк,
В общем, очень мне нравится, как тут идет подготовка. Делают серьезный пляж тут. Вот тут ресепшн будет. Пансионат «Золотой огонек». Это еще, наверное, советских времен. Пансионат. Я не знаю, как это различать. Пансионат, санаторий, отель. Как-то они там различаются. Так, вот эта сцена, где будет выступать Бьянка. И тут вот ресторан построили. Глазурь называется. Так, а я сейчас буду смещаться в город и поеду к спортмастеру, к Новому веку, поэтому поехали, посмотрим, как живет город. Сейчас через Адлерский парк проедем, о, как хорошо, прохладненько. Или мы сейчас чуть проедем и потом... Ой, извиняюсь. Через Адлерский парк проедем, через санаторий Южное Взморье и выйдем обратно на набережную. Сейчас, в общем, решим. Вот мы заехали в Адлерский парк. Все уже функционирует в летнем режиме. Поехали по улице 8 марта, прокатимся. Так, вот у нас слева улица Ленина, справа санаторий Южное Взморье. Подъезжаем к остановке. Так, вот главный вход в санаторий Южное Взморье. Посмотрите обзоры на этот санаторий. Несколько на моем канале есть. Вот это барабанщики маленькие. Мы сместились на улицу Калинина и двигаемся вон к морю. Директор Адлера? Да.
Но у меня канал на ютубе так называется. Директор Адлера зовут, вроде бы окей, держут, вроде бы налили суп. Сегодня в Сочи, завтра год, вроде бы все окей, мы отдыхаем в Адлере, да. Вроде бы тут канал директор Адлера всегда. Вроде бы наступили, подали, мы притопили. Вроде бы окей, на ляжке катались, как тупили. Вроде бы все окей, 13-й про. Воу-воу-воу, затекает и затекает мне зло. Сегодня мы тут на ютубе, мы ведем ютуб-канал. У меня задира кринж, зака подъебал. Если что, задира кринж, это мой канал. Если что, в описании, снизу не подъебал. Ай-ай-ай, это чё, директор, да-да. Раз, два, три, он летит сюда. Сегодня прилетел, катается, на лясике влетается. Сзади будто жига, но ничего, улыбается. Вот она проехала, прикольно там, а чё? Это чё там, холодильник сзади, будто бы плечо. Будто бы не хватит денег, сразу на перегрузчика. Раза три идёт, и сразу низкая загрузчика. Ой, ой, пора заканчивать, прощай. Если что, задира кринж, ютуба прощай. Ай, ай, пиши сзади, баба Зина. Вроде бы лысая корзина. Красава, красава. Как у тебя канал называется? Задира кринж. Ну ты попадаешь ко мне во влог на канал директора Адлера. Ты можешь показать свой канал? Да, давай, сейчас покажу. Че, у тебя там есть подписота? Да, у меня 2000. А, ну нормально, у меня там 40 тысяч. У тебя 40? Так, вот я встретил парнишку, я сейчас тут общался по телефону, и он зачитал фристайл. Так, задира гринжа. Все, 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 смотрю, у тебя там шортики, да, есть? Ну, у меня там разные. Ты местный отсюда? Я из Беларуси, городок. Давно приехал? Ну, вторая неделя. Надолго? Вообще, на самом деле, сейчас работу хожу еще и, да, надолго. А что, ты что умеешь? Рэп читать. Рэп, понял, ну вот тебе надо этот, фристайлить. Я знаю, тут пацаны, ну, фристайлят по набережных, по я вечерам. Я вот заявку на отель подал, ну, чтобы устроиться. Ну, тебе надо на ход ноги, чтобы там жилье, что-то, работа какая-то была, правильно? Вот рэпчиком пытаюсь пока что, пока не нашел работу, пока в поиске, пытаюсь рэпчик как-то отбивать. Вот, если хочешь, можешь любой копейкой подержать, мне будет приятно. Вот. Ну, давай, сатен тебе накину. Вообще супер. Ну, тебе что-то надо встать где-то, где люди идут. Пока что людей нет, у которых, ну, такого же мнения, как и я, придерживаются. Вот, да. Допустим, у каждого человека должна быть своя команда, типа, у меня ее нету. Вот. Поэтому приходится одному. Вот, держи, сатен тебе. Да. Спасибо. Заработал, честно. Так как бы все понравилось, но надо было побольше про директора Адлера, мне кажется. Ну, знаешь, я Адлер. Но все равно, да, все равно нормально ты зачитал рифму. Ну, рифма, все было, все четко. Поэтому я думаю, у тебя есть как бы талант, и ну, надо его развивать. Так что давай, старайся. Я думаю, увидимся еще. Окей. Если ты тут будешь двигаться, я, и тем более в медийной сфере, то я думаю, мы пересечемся. Все, давай, удачи тебе, успехов. Так, у меня был сейчас телефонный разговор, и вот я сейчас двигаюсь к улице 8 марта. А, и у меня был разговор, потом просто подошел вот этот парень, предложил зачитать рэпчик. На сотку меня нагрузил, и вот я еду дальше. Улицы 8 марта. И сейчас мы опять будем выезжать к пляжу. Улица 8 марта зацвела. Наконец-таки, я так долго этого ждал.
Так, выехали к улице Свердлова. Уезжаем опять к пляжу Чайка. Пересекаем улицу. Сейчас забыл про освещение. Тут сейчас будет справа меха кожа. Представьте, они открыли. Мне кажется, Адлер не подходит для меха и кожи. Так, вот мы выехали на набережную опять. Пляж Чайка, тут пишут цитаты. Сейчас написано: противник, скрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Так, вот мы проезжаем отель «Фламинго». У меня есть обзор на этот отель, посмотрите, если вам интересно. Какой этот рэпер умный, и рекламу на моем канале сделал, еще и 100 рублей с меня взял. Я ему дал, я не знаю, из-за жалости, мне его жалко. Ну, чтобы он верил в себя, в свои силы. А то вот так ему, ну, если не поддержать, он может расстроиться, уехать в Беларусь. Так может, будет дальше пробовать. 13:16. Солнце вышло, прям нормально так жарит. Так, здесь рекламируют. Экскурсии.
гвардейцы ходят. Так, а сейчас мы проедем через сквер Бестужева. И опять выйдем к отелю «Фестивальная». Здесь у нас есть табло, сейчас мы посмотрим температуру, я еще это сфотографирую. Здрасте. Это встреча. Да. Как дела у вас? Хорошо, тоже гуляем. Творчество сегодня показывает. Ага. Ну, хорошего дня вам. Хорошо. Счастливо. Так, эта девушка, она занимается сумками. И вот у них там авторские сумки кожаные, очень красивые. Так, вот парк Дружбы народов. Можем вот так проехать и оказаться в сквере Бестужева. Так, мы в сквере Бестужева. Так, птички поют. И так прохладно прям вот. Солнце защищено очень плотным слоем листьев. Тут будет сцена, что-то тут делают тоже. Наконец-таки. Снова мы выезжаем на набережную. Так, вот мы. Даже чайка. Подъезжаем к Мандарину. Вот справа спуск на пляж Чайка. Делаю кадр.
Тут за этими деревьями находится бассейн. Так, и вот я сейчас думаю до спортмастера доехать. Так, тут ресторан «Мандарин» справа, аквапарк. Сейчас будет кадр интересный. Самолет летит сейчас. Вот это наполнится. Ведро. Так, вот оно, вот оно, вот оно. Так, а мы двигаемся. Бешеные дети там орут. Мы двигаемся к новому веку. В спортмастер мы же едем, помните? Справа Мзымта, слева Мандарин, торгово-развлекательный центр. Так, проезжаем слева площадь трех солдат. Очень красивые виды на горы. Клубничку тут продают. Какая-то она плохая. Сейчас тут такие перекупы разные тут. Купят плохую и продают ее.
Так, здесь какой-то ремонт. Дороги слева идет. Что-то тут ремонтируют. Так, ну все, тут закрыта дорога, интересно. Так, мы подъехали к остановке Новый Век. И сейчас к самому Новому Веку будем выезжать. Сейчас я кадр сделаю для... Вот такой Адлер красивый. Подъезжаем к Новому Веку, друзья. Я благодарю всех за просмотр. Желаю всем удачи, успеха в жизни. Пусть у вас все получается. Подписывайтесь на все мои ресурсы, на Telegram, на YouTube. Поддержите мой ролик, если вам понравился. Поставьте лайк, напишите комментарий или отправьте донат. Я пошел в Спортмастер. Потом думаю стрим запустить. Поэтому... Я на этом прощаюсь. Всем удачи, успехов. Хорошего настроения, друзья. Счастливо.